Привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play, и мы с вами продолжаем играть в The Tenants. Я даже не знаю, какая у нас серия, с вами 10-я, по-моему, если не ошибаюсь. И у нас задача выполнить 5 ремонтов. Это все сделать нужно на втором регионе, я так понимаю, опять же. Оплачиваем долги и приступаем к ремонтам. Есть какие-нибудь требования у нас, какие-то такие... А, да, в новом районе. Познакомьтесь с нашими новыми клиентами. Посмотрим, что у нас за сообщение. Так, я только что отправил вам деньги. Это наш съемщик. Эй, как дела, Дмитрий? Постараюсь сильно тебя не бесить. Удачи. Это, опять же, наш... Тот, за кем мы присматриваем. Ты можешь обратить внимание на мою приблудку. Тут ветрозащита установлена, и, возможно, я не буду в него плеваться. Я просто послушал, что-то, если я так близко буду сидеть и разговаривать у него, я что-то все-таки его задуваю. Так, ты меня достал, если честно, уже. На тебе профессионала, мы приступаем к ремонтам, чтобы выполнять сюжетные задания. Важные стены, ищем дизайнера, который переделает нашу квартиру так, как мы хотим. Требования: полный ремонт. Бюджет 12400. Нет, это слишком сложно. Давай мы посмотрим вот это вот задание и посмотрим средний ремонт, студия для сдачи в аренду. Нужен хороший дизайнер, чтобы сделать современную студию. Короче, пока вот это давай возьмем, ремонт. В любом случае, нам придется все... О, это студия называется. Вот как это теперь называется. Возьмем такой ремонтик. Мне кажется, я такой уже делал. Мне кажется, да. Мне кажется, уже было такое. Возможно, просто не сохранилось, а возможно, просто это одинаково сделанные вагончики. Но это дело не наше, мы просто выполняем задание. Главное, чтобы здесь не нужно было сделать 5 комнат из вот этого вот уголка живого. Если ты до сих пор не подписался на канал, обязательно это сделай сейчас. Своих подписчиков я очень люблю, и я надеюсь, что вы меня любите тоже. Пишите там в комментариях, какие игрушки вы хотите увидеть в будущем. Чего такое? Не дури, давай. В будущем хотите увидеть, и что мы будем с вами снимать в ближайшем будущем, хотя бы там плюс-минус на недельки две. Да, хочу покинуть помещение. Просто пока что... В ближайшую неделю мы не будем ничего нового проходить, кроме The Tenants и House Flipper. Просто я думаю, что The Tenants у нас примерно на неделю затянется и более не хватит его. Я прям хочу этими ударными темпами его пройти и больше к нему не возвращаться. Спальня и ванная. Но, в принципе, здесь мы как делали, так и сделаем сейчас. Так, это нам нужно строительство. Душевая кабина, унитаз, компакт. Ну, в любом случае, мы вот так вот отгораживаем. А вот здесь вот у нас получается спальня. Спальня, вот здесь получается дверь. Блин, да, все по старой схеме мы уже так делали. А, нет, завершать мы не будем, это еще рано делать. А как они сюда приходят вообще? Здесь даже калитки нигде нет. Как они здесь появляются? Реально же здесь нет никакого входа вот в эту огороженную территорию. Но мы не об этом. Мы давай с тобой начнем с ванной. Делаем ламинат 8000. На 8000 можно разгуляться. Можно хороший ламинат сделать. И предпочитаемая мебель пол. Тем более он предпочитает, отдает важную роль полу и предпочитаемой мебели. Следовательно, мы на нем экономить не станем. В коричневые стены покрасим. Но думаю, да, давай вот эти вот. Правда, это обои, зачем они в ванной нужны, я не знаю. Ну, пускай будут. Угу. Мне кажется, там что-то течет из крана. Но это что-то непрорисованное. Или очень ржавая вода. Угу. Вот сюда вот поставим. Так, душевая кабина. Вот сюда. Получается что? Получается, здесь есть уже унитаз-компакт, но это нет. Это все мы дело прода...
или не продаем, это хороший или плохой, или самый дешманский? Мне кажется, это самый дешманский, все-таки это недорогой. Да, это самый дешевый. Повесим ему нормальный, потому что у нас хватает денег, он выдал достаточно большой, выделил большой бюджет, достаточный, по крайней мере, бюджет для того, чтобы сделать более-менее хороший ремонт. К унитазу он подойти не может, потому что места нет. Вот так он подойдет. И раковину, наверное, нужно продать и поставить нормальную. Блин, а нормальная сюда влезет? Вообще нет. Вот это влезет сюда? Сможет он заходить в душевую? Да, смотри, в душевую кабинку сможет даже заходить. Следовательно, проблем никаких не возникнет. И щетку для унитаза мы ставим сюда. По старинке, как мы всегда вот делаем, в общем-то и делаем. У нас уже рука набита. Мы этими ремонтами занимаемся не первый год, не первый день. И вообще уже всю жизнь посвятили этим ремонтам. Мне кажется, я немножечко кривовато сижу, хотя, может быть, и нет. С ванной мы разделались, и нам нужно оплатить долги зачем-то. Сейчас нас требуют. 3 квартиры, кто бы мог подумать, еще буквально неделю назад, что у нас будет 3 квартиры с тобой. Да? Да. Ваза-граммофон. Граммофон. Мне кажется, что что-то неправильно как-то это написано слово, но... Если правильно, то напиши в комментариях обязательно, как пишется. Про описание мне нужно знать, потому что, опять же, я забуду, а ты смотришь сейчас, прям зайди в интернет и посмотри, как пишется правильно. Односпальная кровать. Односпальная кровать. Берем самую дорогую, потому что можем. Почему-то я сделал все наперекосяк и начал с кровати, хотя нужно было просто покрасить стены в серый цвет. Это коричневый. И мне же нужно в серый. Я хочу в серый покрасить. У меня что, разве нет... серого цвета? Это грустно. Давай вот такой цвет хотя бы, чтобы от ванны отличалось. Линолеум или ковер? Почему-то он из линолеума и ковра выбирает именно линолеум. Ну, наверное, потому что у нас будут жить какие-то вандалы в этой комнатушке в студии. И поэтому вот так, да. Поэтому не ковер. Поэтому линолеум. Телевизор мы ставим. Блин, опять вот эта ерунда. Что такое? Телевизор придется ставить вот сюда, вот в этот угол. А здесь будет стоять холодильник, как и всегда. Да? Да, давай мы не будем нового ничего придумывать. Мы сделаем все как полагается. Вообще можно было бы, наверное, дверь вот здесь забацать, а вот здесь кровать поставить, но нет. Нет, это глупо. Это глупо. Дай-ка мы сейчас я ногу на ногу положу, потому что так удобнее. Холодильничек приделаем какой-нибудь все-таки хорошенький. Вот такой, наверное, вот сюда поставим. Нет, вот так поставим, так как у нас вот здесь вот будет стоять комод. Не комод, а шкаф кухонный. Как громко это я сделал, да? Телевизор. Телевизор повесим, положим, поставим. Я даже не знаю, какой. Комод под телевизор, наконец-то он появился. Возможно, он и раньше был, но мне кажется, нет. Кухонная раковина. Кстати, да, про раковину мне написал человек, что вот какие проблемы ты видишь в раковине. Смотри, раковина, вот видишь, она сейчас вот так вот стоит. Видишь, где ноги стоят? Вот ты к ней подходишь, и она у тебя слева этот кран. Его можно бесспорно двигать куда угодно, как угодно и сколько угодно. То есть... Но, если ты поставишь вот так вот, вот в этот угол, то это будет неудобно. Понимаешь, кран должен стоять или посередине, или со стороны угла. А эта ерунда должна стоять вот так, по факту. Но тогда я не смогу поставить его вот сюда. То есть, и вот с этой стороны нельзя поставить никакую больше кухонную вот эту вот принадлежность. Никаких шкафов больше не поставишь. Поэтому, ну, не знаю, возможно, это у меня такой загон, но мне кажется, так гораздо будет красивее выглядеть и правильнее выглядеть, по крайней мере, я так считаю. Ну и да, разработчик, наверное, должен был просто придумать, она же не угловая, тут не написано, что она угловая. Высокий кухонный гарнитур с перилами подходит как к современному, так и к классическому интерьеру. То есть никто не пишет, что она угловая. Но она угловая.
Короче, ладно, мы не будем на этом зацикливаться, задумываться об этом. Просто ерунда. Подожди. Мне кажется, или мы должны были поставить еще один, чтобы на него... Отстань. Деньги отправила, и молодец. А куда я должен к эту-то микроволновку поставить? Погоди-ка. Ты меня обманываешь. А что я должен был сделать? Тогда, получается, вот эту ерундистику вообще вот сюда вот... Да поставь ты его, ну... А вот это чудо света мы ставим вот сюда. Перемещаем вот это вот сюда, вот это вот сюда. И, собственно говоря, теперь хотя бы будет правильнее смотреться. Вот насчет... А, микроволновку мы поставим с тобой на кофейный столик. Вот эту ерунду поставим сюда. Вот сюда вот элемент гостиной, диван. Да, диван-то тут находится. Да, диван здесь находится. И, естественно, мы берем самый дорогой, который можно только себе представить. Ставим его в притирку к стене. Ты куда там улетаешь-то? Что-то прям какая-то игра то ли требовательная, то ли у меня видеокарта тупит и почему-то она нагревается. Или в комнате просто жарко. На самом деле жарко, сейчас прям тепло, весна, ты понимаешь, да? Наверняка у тебя тоже тепло, а возможно не очень тепло, смотря откуда ты родом и где ты живешь. У нас тут 20 с лишним градусов, и я прям вообще уже не могу. Кофейный столик. Кофейный столик, давай не из самого дорогого выберем. Вот так вот сюда вот поставим. И на него поставим микроволновую печь. Зачем? Зачем и почему именно так, не знаю. В цвет к холодильнику, смотри, бирюзовый и очень красиво сочетается. Телевизор, отделка стен, картина. Телевизор, блин, у нас только на телевизоры хватает, но... Да пошел ты в жопу, поставим вот этот вот телевизор. Погоди, а что это я его не могу поставить? Дверь тебе мешает, ты серьезно? Ты дурной, что ли? Какая тебе дверь тут мешает? Блин, а куда я должен телевизор-то прилепить? Как вообще телевизор может... Как телевизору может мешать дверь? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Но, видать, игра думает, что может. Ну и ладно, будет стоять вот здесь. Блин, вот на мудону весело получается. Отделка стен, у нас окно-то, окна даже нет, что я должен делать? Значит, повесим вот такую вот ерундистику над холодильником. Неоновая вывеска. Картина у нас 1450, о, 445, и, наверное, картины будет достаточно вот такой. Нет, она не хочет сюда вешаться, наверное, будет вот так. Нет, не хочет вешаться, говорю. Будет считаться, как будто бы я вазу поставил, нет? Ваза-то есть. Так, ваза это в элементах декора. Угу. Декора, блин. Давай граммофон сначала. Граммофон купим. Ввиду того, что, наверное, дорогой. А может и недорогой. Сколько он стоит и где он находится? Мастерская. Офис. Нет, это явно не офис, это либо же гостиная. Либо же граммофон. Но я же знаю, как граммофон выглядит. Почему я его не могу найти? Граммофон. Может, вот это громкоговоритель? Может, не граммофон? Это вешалки, это... Я, конечно, слепой, но не настолько. Статуэтка. Подожди, куда ее можно было, эту граммофон этот спрятать? Его больше некуда засунуть. В избранном есть только, в избранном нет ничего. Я то ли дурак, то ли дурак. В офисе, может быть, граммофон стоит, но не видел ни разу офиса, чтобы стоял там граммофон. Столовая для ванной комнаты, спальня. Может быть, в спальне? Нет. Я то ли туплю, то ли реально нет здесь этого граммофона. Либо же здесь называют граммофоном то, что реально не граммофон. Граммофон. Почему граммофон? Блядь, почему я не могу найти его? Почему я его не могу найти? Потому что я невнимательный. Скорее всего, из-за этого. Аудиосистема. Вешалка на стены. Громкоговоритель.
И все это не подходит к граммофону. И это грустно, очень грустно. Декор может быть декор, я говорю декор. Блин, здесь нет тоже граммофона. Блин, хоть убей меня, я тебе честно говорю, я не вижу. Это же декоративные шкатулки, коробочки, это постеры, это цветы, часы и всякая бельберда, куб, статуэтки, ловец снов в избранном, что здесь, беговая дорожка. Вот граммофон, за косарь, елки-палки, что же я за тупой такой человек-то, ну, не увидел, представляешь, просто не увидел. Пусть вот здесь стоит граммофон и никого не трогает. И ставим тогда, наверное, вазу для декора вот сюда вот. Какой-нибудь, ничего себе, она здоровенная. Ну, поставим вот сюда. Давай вот сюда поставим. Чего жалко, что ли? Все, наверное, наш клиент будет доволен такой громоздкой, громоздкому такому ремонту. Открыть. Подожди, чего управдом? У вас какие-то шумные жильцы. Пусть делают что-то. Нет, вы правы, я поговорю с ним. Эй, вы не могли бы приглушить его? Вы беспокоите соседей, простите, я постараюсь быть тише. Ну смотри, он ходит пока со смайликами, с сердечками, и, наверное, ему все понравится. Если даже не понравится нам фиолетово вообще. Отлично. Открыть приложение, отправлю профессионал. Не знаю зачем, но нам все равно вообще. Игрок, отзывы появились, 21 уровень, это очень здорово. Так, задание для ремонта. Нужно искать, у которых небольшая плата и небольшой бюджет. Они гораздо проще выполняются. Правильно? Правильно. Уход за детьми. Что там с детьми-то, с этими? Ну, ей все равно. Она вон там в этот, в гольф какой-то, наверное, играет и вообще не парится. Че, все, что ли? Да ладно, офигеть. Просто прям мгновенно, можно сказать, выполнил вообще без всяких проблем. Цена 112 тысяч. Ни хрена себе. Можно квартирку еще одну присобачить. Можно, в ближайшем будущем, наверное, мы ее и прикупим, если она не перестанет продаваться. Пойдем к ремонту и посмотрим, есть ли там еще присмотр за кем-нибудь. Нет, присмотра ни за кем нет, поэтому приступим здесь к уборке. Обновить шанс 73, но я думаю, дед справится с ремонтом шкафа. Все-таки он телевизор и чинил, что только не чинил уже. Дед молодец. Дед вообще способный мужик, я тебе говорил уже это много-много раз и повторю еще. Сука, блядь, мольберт-то как можно было не починить? Или как она называется, хрень это? На которой рисуют. Выбросить теперь только дед. Доигрался, молодец. Премии лишат. Зачем ты так сделал? Не знаю даже. Кровать давай иди чини, 55%. То ли здесь упадает процент с каждым починенным предметом, то ли здесь просто рандомно процент выставляется, даже не от сложности техники. То есть он шкаф может чинить с 50% шансом, а тот же самый телевизор может чинить просто прям там с 85%. Хрен его знает, как это работает. Ванная и спальня. Спальня у нас односпальная кровать, телевизор, кофейный столик, диван. Я думаю, что мы сделаем спальню вот здесь. Вообще все вот это будет спальня, хотя спальня должна быть отгорожена. У нас что, 8300? Ванная, а чё, кухни нет? Это типа спальня, гостиная, столовая, опять же. Душевая кабина, унитаз, компакт. Давай, вот это вот будет ванной. Это будет ванной. А все остальное будет как раз-таки кухней, гостиной, там всем, чем только можно. Убираем. Покраска стен в красный цвет. Блин, может отгородить к хренам собачьим и сделать здесь большую комнату? Нет? Да нет, зачем? Здесь всего вполне хватает и так. Ой, смотри, какой красный этот, классный цвет. Мне нравится, прям красиво выглядит так. Плиточкой отделываем полы. И потратили аж почти... Че так дорого-то? Ошалеть. Потратили почти косарь, ты представляешь? Только на пол и стены. Душевая кабина. Кабина душевая ставится. Чем это там важно? Пол и декор, ну ничего страшного, значит переживет не самую дорогую душевую кабину. Немножечко травмируем мы себе душу и ему, но что ж поделать, экономить нужно все-таки, стараться и сохранять денежки не только нашего заказчика, но и свои.
Ну, в первую очередь, заказчика, конечно, потому что здесь наших денег нет. Просто нам нужно будет с тобой уместиться в выделенный бюджет. А этого сделать, как мы поняли, из предыдущей, по-моему, серии, не всегда представляется возможным. Иногда это получается очень с большим трудом. Реально с очень большим трудом, потому что мы в прошлой серии с тобой что-то мучились, там все перепродавали, чтобы построить хотя бы что-нибудь. Хотя бы хоть как-то уместиться там что-то с гостиной и с комнаткой вот с этой двухъярусной кроватью. Было вообще ужас просто. Денег не хватало категорически. Односпальная кровать нам двуспальная не нужна, значит, мы ее продаем. Вот эта ерунда нужна, нет? То можно тоже продать и радоваться жизни. Слушай, я даже... Спасибо. У нас 40 тысяч долларов есть. Смотри-ка, мы можем... Да чё ж вы такие за люди-то? Где у вас все деньги? Ну... Куда вы деваете свои деньги? Вы не можете оплатить за жилье, за мое, за свое же жилье. Блин, вы у меня снимаете деньги и такие вещи мне пишете. Каждый раз хоть кто-то да напишет. У нас ни одной серии с тобой не проходило, чтобы не было письма о том, что они должниками будут в этом месяце, в этой неделе или там когда. В период в этот, короче. Оплатить долг. Вот я самое главное, плачу долг вовремя и все. А они им фиолетово. Красный, серый, давай, вот ухо. Как в дурке, смотри. Кошмар. Ну и давай тогда вот такой вот... Блин, ему пол важен. Давай вот такой хотя бы сделаем. Ну а реально, как в дурке теперь. Тут треугольнички, тут кружки, чтобы скучно не было пациентам. Они типа разглядывать будут стены и полы. Ну это не наше дело. Пусть они там типа разглядывают что угодно. Вот здесь будет, короче, кровать. Вот здесь будет холодильник. Я так решил. Односпальная кровать ставится вот сюда. Телевизор. Блин, ну телевизор мы попозже купим. После того... Да спасибо большое, что ты мне отправил деньги. Холодильник. Холодильник, так, ему нужен декор. И пол, неважно, стены. Холодильник, значит, тебе тоже не особо важен. Но еда в нем храниться будет и не протухнет. Это самое главное, я считаю. Кухонная раковина, опять же, мы на обманулись и поставили холодильник в самый угол, а нам нужно было поставить его немножечко правее. Правее, потому что, почему? Потому что тут будет стоять раковина. Угу, блин, зазор, туда будет что-нибудь падать постоянно, вилки, ложки, там еще что-нибудь упадет. Нога застрянет, или того хуже, рука. Диван, кофейный столик, микроволновая печь. Мне... Ну ладно, кофейный столик. Диван и кофейный столик, блин. Ну ладно, давай вот это вот дело. Нет. А он декор не прибавляет. Продать. Переместить, наверное, будет правильным действием. Вот это вот дело вот сюда вот поставить. И на это поставить. А что можно на это поставить? Да ничего на это нельзя поставить. Давай продадим хренам собачьим, чтобы это дело не тратило наше, так сказать, ни место, ни деньги. Мы 1000 приплюсовали только что с тобой. И поставим сейчас кофейный столик и диван. Диван, давай с дивана начнем. Вот это убогий, ущербный. Вот это самый дорогой, конечно, но лишнюю пятихатку тратить я тоже не особо горю желанием. Тем более ему нужен еще диван, телевизор, кофейный столик, печку микроволновую, какую-нибудь картину и календарь повесить. То есть ему вообще вагон всего. Давай пока поставим рыжий... Нет, ладно, пофигу. Уговорил. Повешу вот такой. И вот здесь он будет... Наверное, будет сидеть зачем-то. Ну, давай будем считать, что он будет сидеть вот здесь... Не знаю, зачем вот это пространство нужно. Но пусть будет. Пусть. Глупость какая-то получается. Он теперь туда-то не зайдет. Ну, давай вот сюда вот повесим. Радиатор, он... Блин, не знаю, бесполезный получается. Вот этот закуток кишка получается бесполезный абсолютно. Телевизор вешаем нормальный такой, чтобы он прям вообще висел такой, радовал наш глаз.
И ставим микроволновую печку вот сюда, на кофе. Блин, нет, ну это прям вообще колхоз какой-то получается. Ну пусть на полу стоит. И то лучше будет выглядеть, чем на кофейном столике будет стоять микроволновка. Отделка стен у нас будет, наверное, ловцом снов, собственно говоря. И картину мы повесим... Картину мы повесим вот такую дорогущую, чтобы она... Чтобы она вот прям вот была здесь. Она, правда, не вписывается ни хрена ни в какой дизайн и вообще ни во что. Но, блин, пусть висит. Пусть висит. Деньги не наши, казенные. Поэтому 32% декора. Это грустно. Грустно. Давай цветочки поставим. Что там влияет высоко на стенное растение? Маленькое растение, большое растение. Большое растение. Бамбук. Ёпти, бамбук тебе зачем нужен? Надеюсь, для того, чтобы поливать, ты до тут доползешь. Ну-ка, 40. Так она была 40. Что такое-то? А может быть, нужно было фикус какой-нибудь поставить? Типа вот, вот сюда вот. Оп. 42. Уже классно. Уже спасибо. Ай, ёпти. Давай пока продадим. Ему же нужен коврик и ваза еще. Я что-то даже подзабыл немножечко. Коврик, коврик нужен такой большой, чтобы прям он большой-большой-большой. Где он тут есть-то? Подожди, а, нет, это не он. Где зеленый ковер вот этот, который я люблю его везде класть-то? Вот он. Он везде у нас будет с тобой фигурировать. Пускай будет вот здесь. Ну, типа почему нет? 37, охренеть. Вот это да, вот это декор. И в вазочку вот такой вот в уголок вот сюда вот влепим. 44. 38 долларов остается у нас с тобой, и мы ставим папоротник. 47. Красота. Лучше не придумаешь. Ладно, давай сдавать квартиру, да, мы же все уже сделали, спальня, ванная готова сдать работу. Давай, мой хороший, оценивай и говори, что все плохо и тебе все не нравится. Да смотри, нравится вроде все как... Ну, наверное, 4 звезды будет по общему впечатлению. По первому, точнее, впечатлению. 5 звезд. Значит, декор ему был не так уж и сильно важен. 91 тысяча, я могу... Ёшкин кот. Это не моя, это не то, которое, что я делал. Это не та, которую я только что сделал, квартиру. По крайней мере, по картинкам она была не такой. Оплатить все. Баланс 7800. Но это неплохо, кстати. Хотя у нас... Хотя у нас было, блин, 12. У меня что, одна квартира простаивает или что? Не понял, а почему? Я не в том регионе, что ли, делаю это? Серьезно? Я сейчас настолько тупанул, что... Я сейчас настолько тупанул, что делал все это время ремонт не там. Класс, вообще, какой я молодец. Какой я молодец, зато задание выполнял. Молодец, молодец, блин. Тупой, блин. Даже не посмотрел, где я нахожусь. А что же они задания тогда из пригорода пишут, блин, мне в том районе? Писали бы разные задания тогда, уж чё ж. Ладненько, давай тогда здесь начнем еще. Требования, бюджет 21 тысяча. Нет, большой бюджет. Давай вот тут вот присмотрим, а вот здесь будем 30 тысяч. Полный ремонт сада. Ну, у меня хреново получается ремонт сада делать, потому что у мэра был уже ремонт, и не очень он хорошо получился. Но, блин, выполнили. И самое главное, начать ремонт. Что нам нужно сделать? Ваза, статуя. Но бюджет, конечно, тут вообще охренеть какой огромный. Следовательно, нам в самые углы, короче, статуи наставим. Бюджет огромный, нам ужиматься не к чему. Ну-ка, вот так. А, то есть я вообще могу не париться, да? Вот так вот по-любому наставить и... Как хочешь, так и... Так и смотри на это. Я художник, я так вижу. Вот так поставим. И, естественно, вон в ту степь тоже поставим. Почему я не могу туда перемещаться? Я же, блин, на этом участке делаю ремонт. В чем проблема? Я вообще не вижу никакой проблемы. Но, видать,
разработчик решил, что я должен видеть эту проблему. 16 тысяч осталось, смотри-ка. И... Погоди. Статуя. Он посчитал, что это украшение для сада? Нет, это статуя. Третья статуя. Четвертая статуя. Почему это украшение для сада-то вдруг оказалось? Это ни черта не украшение для сада. Это... Это были статуи. Если ты не понимаешь этого. Почему я должен страдать из-за этого? Почему, блин, мне списали денежки такие огромные? Если украшение для сада, он дешевый какой, я могу его купить, да? Он взять так вот, наставить вот типа по углам эти хреновины. А вот статуи-то я не могу так поставить. Чем мне придется еще на статуи тратиться? Или нет? Или все же можно будет продать? Садовое ограждение. А, типа статуя, она и здесь находится. Ну, здорово, классно. Вот такой вот фонтанчик забацаем. Вот здесь вот какой-нибудь, ну, вот где-то вот, наверное, вот, вот тут. Напротив двери, напротив окна. Угу. Нормально? Нормально получилось. И что там еще нужно? Зеленая свеча. Детский бассейн. Не знаю, есть у него дети или нет, но пусть будут. Где-нибудь в углу, чтобы они не мешали, там не орали, ничего не делали. Большое растение, статуя, статую. Соответственно, мы берем еще раз и ставим вон в тот угол. И она считается теперь как статуя. Спасибо большое. И ставим вон в тот угол. Все, статую мы расставили, 12 тысяч осталось. И считаю, что вазочку, мы сможем прям вообще уложиться за... Вообще, вот прям даже нам... Не нужны дополнительные деньги, у нас еще очень много останется. Очень много останется денег. Жалко, что нам их не перечисляют на счет. Большое растение сделаем, наверное, вот такое. Ой, смотри, какое мертвое дерево. Ёб твою мать, смотри, какое огромное. Вот дети будут купаться под мертвым деревом. И елку посадим. И елку вот, то вот сюда прям, блин, посадим. Да и все. Все, красота. Декор 100%. Все, сдаем. Сдать работу, и денег сейчас отвалят нам, и понравится наверняка все, потому что все не самое дешевое. Конечно, вот эти вот фонтанчики маленькие, они прям оставляют желать лучшего, но... Да подумаешь, да пошел ты в жопу, что тебе не нравится-то? Их все равно никто не видит, они за домом у тебя. Сосед, правда, не оценит, скажет, о, блин, Витек, какой ты говно купил. А он скажет, это не я. Тут не я, я просто денег дал, а мне купили. А я что, а я ничего, мне дали денег, я тоже купил. Машинки ездят какие-то тут интересные. О, 390 тысяч, ошалеть. Наверное, его можно продавать задорого, сдавать задорого, наверное, 1020, да? Я думаю, 1020 будет платить этот съемщик за такую хату-то. Ну, она 390, у меня таких деньжищ-то нет. Откуда же я возьму? Чего? На тебе профессионала, пользуйся. Угу. Чё там? Ну так, типа, бонусом 500 долларов киданул. Ни хрена себе ты 30 тысяч на статуэтке не пожалел. Блин, а 3 тысячи мне кинул, как собаки последний. Дружочек-то. Вот такие вот люди, представляешь? Скоты. Скоты. Вот как их ещё назовёшь. Вот этот примем, вот этот ремонтик и пойдем туда. Блин, обидно, досадно, что я делал ремонт не там. Да что ж ты будешь делать? Обидно, очень обидно. Я-то думал, что я уже все там, типа, останется хрен-то ни хрена. Я же уже два сделал, третий сейчас сделал. И там осталось бы вот, вот это вот мой последний. И, короче, вот такая вот история, блин. Ну ладно, что ж теперь поделаешь. Если вот сколько сможем, сейчас сделаем и в следующей серии продолжим. Я-то думал, блин, сделаю сейчас в этой серии еще одно квестовое задание. 5 этих ремонтов сделаю во втором регионе и... И будет классно все, и хоть какой-то прогресс будет. А то, получается, мы уже вторую серию, да? Нет. Да, нет, да. Ну, короче, возможно, топчемся на месте. Это не камильфо, не камильфо. Не люблю, когда впустую тратится время. Тем более, вот, ну, типа, вот, прям на ровном месте тупануть вот так. Обидно, обидно, просто обидно. Так, что мы делаем? Дед, уходи давай, уходи, мы будем ремонтировать. Я так понимаю, вот это будет ванная, вот это будет... Вот это будет кухня, а вот это будет гостиная.
Да, хочу, конечно. Что ж ты здесь еще делать собрался? Ты же уже все сделал. Кабинет. Кабинет, ванная. В две ванны. Тебе зачем две ванны-то? Комната ожидания. А, это приемная какая-то. А что в ванной должно быть? Унитаз, щетка, туалетная бумага. А тогда что? Тогда мы вот так вот делаем. Мы делаем вот так. Да? Да. Мы делаем вот так. Двери. Вот так. Тут, получается, будет ванная-ванная. Вот это ожидание, вот это кабинет. Кабинет у нас должен быть там, типа, ну, нормальный такой, да, хорошенький. И комната ожидания, что здесь должно быть? Телевизор наверняка, да? Нет, телевизора здесь нет, это странно. В комнатах ожидания обычно ставят телевизор, чтобы ожидать. Чтобы сидеть, смотреть телевизор себе и не париться вообще времени, не замечать, как идет. Ну, давай тогда перейдем к самому ремонту. Свернем вот эти... Свернем, говорю, вот эти все. Развернем ванную. Одну ванну... А, коричневый, синий, синий. Вот здесь. Так, что здесь важно-то? Мебель и пол. А тогда вот так. Здесь коричневый. Вот так. Плитка, ламинат. Плитка там, где синий. Ламинат там, где коричневый. А теперь по очереди пойдем. Хотя, какая разница, пойдем вот так. Вот тут вот будет унитаз стоять. Вот тут хрен унитаз поставишь. Вот тут вот унитаз будет стоять. И... Тогда и здесь будет унитаз вот так стоять. Пусть они спиной к спине сидят. Ну что ты? Вот так, наверное, да? Унитазы стоят. Раковина для ванной. Раковина для ванной. Давай вот эту. Вот она вроде как бы и такая цивильненькая, но и к тому же не особо дорогая. Что такое-то? Кажется, контракт с одним из арендаторов Сандра Лара. Текущая аренда 1381. Истекает. Хотите, чтобы... Ну, попробуй, конечно. Я уже помню, как ты пыталась договориться. Мне не особо понравилось. Да пошла ты. Ты мне уже одного арендатора просто прогнала, можно сказать. Из-за тебя лишился его просто. Обидно так, досадно было, блин. Я ее нанял, деньги ей плачу, а она собака такая взяла и выкинула мне арендатора. Не смогла с ним договориться, а я как будто виноват в этом. Вот так. Отличненько. Ванны закончили. Переходим непосредственно к залу ожидания. Зал ожидания. Диван еще нам нужен. Давай вот этот продадим. А вот такие вот диваны поставим. Как в залах ожидания там обычно сделано? По-моему, типа... Ну, уберись. Чего? Черт, он даже не стал со мной разговаривать. Да пошла ты в жопу, короче, ты меня задолбала уже. Я ее сейчас уволю и возьму другую. Другого какого-то агента, она вообще не справляется со своими заданиями. Кресло, кресло мы тоже, наверное, продадим. А где кресло, подожди. Где кресло-то? А, так это не комната ожидания, ты дурак, что ли? Вот так будет стоять кресло, а вот тут вот будет стоять диван. Вот так вот будет стоять диван. Мне кажется, это гениально. Блин, никто так раньше не делал. Коричневые стены. И ковром отделанный пол. Хоть здесь и важен пол, но здесь наверняка важна не так важна дороговизна этого пола, как эстетический какой-то вид. Потому что розовый пол в точечку — это прям ужас. Это выглядит отвратительно. Мотивационный постер пусть будет вот здесь вот висеть. Вот тут такой. Вот тут такой. И, наверное, вот тут будут настенные часы еще висеть. Потому что они нужны.
Они нужны. Они будут висеть вот здесь, где-то посерединке. Немножечко можно было бы левее, но ладно. Часы висят. Вентилятор поставим вот где-то он тоже здесь был. Подожди, я же видел. В офисе. Да, в офисе вентилятор стоит. Стоит, дует на наших посетителей. Вот тут второй стоит. Дует на наших посетителей. Неплохо. Это что такое-то? Это, наверное, какой-то ионизатор или увлажнитель. Двери. Дверь-то здесь стоит вот такая. И пойдем теперь тогда... А, коврик. Коврик. Коврик, наверное, давай присандалим. Нет, вот такой вот коврик. Нет, вот такой вот коврик. Присандалим куда-нибудь на вход. Ну и, естественно, вот куда-нибудь вот сюда. На вход вот этот. Ну, потому что мы можем. А это не считается ковриком. Вот это здорово. Это преддверный коврик. Ой, твою мать. Давай вот этот коврик сюда повесим. Положим, поставим. Большое растение в углу, опять же. Да, яблоню сюда, конечно, захреначим сейчас и пусть стоит. А, наверное, это будет правильнее поставить вот сюда. Щиток можно переместить, пусть стоит там. А, можно ли более в угол его поставить? Нет, нельзя. Давай тогда перейдем к кабинету. Вот здесь вот будет стоять письменный стол. Наверное, вот такой, потому что он удобный. В нем есть отделы для, как его называют, для бумаг. Все такое. Линолеумом пол отделаем. Красота. Офисный стул, стол, стол. Какой? Стол какой должен быть здесь? Стол, говорю, какой? Это стулья, это не стол. А что он хочет от меня? Какой стол я должен туда поставить? Письменный же стоит уже. А, какой стол? Стул. Офисный и обычный. Офисный вот сюда присандалим, стул вот сюда присандалим, чтобы посетители к нам приходили. И обычно вот какие-нибудь такие вот дешманские стоят, чтобы... Типа и сидеть можно было, и к тому же было неудобно, чтобы ты побыстрее отсюда свалил. Вот так. Наискосок, чтобы тет-а-тет, так сказать, не общаться, а не лицом к лицу сидеть, а подальше, короче. И поставим, значит, с тобой большое растение, мотивационный постер, полка. Полка. Полка какая будет у нас? Полка у нас с тобой будет вот такенская. Чтобы хранить там документы. Мы же важные. Курица, наверное, будем. Раз у нас есть свой кабинет и все дела. Картину. Картину мы охрененную вот сюда повесим, чтобы все думали, что мы богаты душой и телом. И у нас очень развит внутренний мир. Ровненько вроде. Диван еще нужен. Ёб твою мать. Диван тебе зачем? Диван тебе здесь зачем? Дурил ты картонная. Давай вот здесь будет диван. Правда, нахрена он тут уперся, диван этот? Непонятно. Большое растение. Мы поставим в угол еще одну пальму. Вот сюда. И повесим мотивационный постер, чтобы все знали, что мы здесь все-таки не просто так. Вот сюда. И повесим еще. Never give up you. Это уже было. Вот это, да, еще один вот такой. Пусть висит. Хрен его знает, короче. Давай, сдаем работу. Вроде бы все мы сделали. И мы сейчас с тобой будем прощаться, потому что время уже у нас подходит к концу. И, соответственно, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал. Поделись видео с друзьями, прокомментируй. И дожидаемся оценки вот этого вот товарища лысого и открыть приложение. Но в целом нормально. И пока.